Блин. Грёбаный телефон. Видимо, надо, когда стримлю, выкидывать его подальше. Короче, новая страта. Все говно, фейки, грязь. Просрали так просрали. Конечно, неприятно отвлечь, но ладно. Но зато уже у нас экспертной дипломатии. Может начать джойнить. Мне надо осталось всего 3 СП найти. Я буду готов ломать к концу. То есть, либо любой артефакт там на СП, и остальное прокачается, или же побыстрее левелапов получать. Ну, либо повышалки буду за бабло. Этот сундук мне сейчас придется на деньги брать, потому что, ну, денег нет вообще. 600 монет сейчас будет, а мне надо как-то желательно воздушек скупить. Можно, конечно, этот сундук еще тоже на деньги взять, но, блин, такое себе. Ну, может быть, и стоит, а может быть, и нет. Тут не знаю. Пока не знаю. В зависимости, если этот маленький, то, наверное, просто чтобы... Хотя нет, если этот большой, то берем вот этот сундук тоже на золото. Потому что в таком случае я смогу построить воздушек и скупить их. Для этого мне надо 1500-3000. 4500 мне надо. У меня 600 монет есть. 700. То есть два больших сундука, и будет все в шоколаде. Но вообще, мне надо еще пробиться вот здесь, через гоблинов. Вот вой. Через гоблинов пробиться, чтобы сюда пройти. У меня проблемы с рудой внезапно возникли. Тут, кстати, бесы, но, блин, бесов я не хочу что-то пинать. Их много. И попробуем, короче, сейчас уже, если все сложится идеально, то... То чем? То хз чем? Ладно, чё, погнали ходить. Гусяблер приперся, спамит тут. Так. Тут ни хрена нет. Можно сюда заглянуть. Замков. О, он замок отжал какой-то. Но героев у меня больше. Слоу. Хил. Понятно. Так, ну что, начинаем с Турис. Так. Большой сундук. Большой сундук. Отлично. Сорок шесть, ни хрена себе, чё так много-то? Тьма нависла надо мной. Время жить ушло налево. Ноль, ноль, ноль. Спасаемся бегством, великие троглодиты. По поводу хосты на гарпе, и вот не знаю, чё не знаю, того не знаю, надо, не надо. Всё вот так лучше. Ай, боль будет сейчас. Боль и унижение познаешь ты, друг мой. Ну давай вот так пинать, что еще делать. А и тут вместе запинаем вот этих.
И тут марки. Но тут их больше. Но тут есть сундук. Двадцать один. Ой, отлично. Туда, куда надо, пошли. Это, кстати, уже опаснее. Ну, хотя гарпи, если начнут пинать, то хорошо. Молодцы. Гарпи не жалко. Так, ну вот здесь что делаем? Заходим сюда. Вопрос по поводу... Сколько там? 238 180. Я думаю, стоит разогнать все-таки на фейках. Хотя 1400... Блин, я даже хз. Так, сколько у тебя там мовов-то будет? 147. Мне надо... То есть мне на один мув только хватит, и все. На два мне не хватит. Там кто-то стоит, или мне кажется. Надо было... Ну, хотя... Не, могу, конечно, воздушек забрать, но я не думаю, что мне это нужно. Блин, скелеты. Какое в жопу знание, блин? Ну какое знание? Ну блин. Алло. Там гремлин, тут скелеты. Надо было брать все-таки воздушек с собой. Копейщики вон там стоят. Гоблины. Вот гоблинов можно будет попробовать заджойнить. Так, 50 скелетов. Пятая скорость, у меня девятая. Ну, с маной-то пробью. А без маны хрен его знает. Оно мне вообще надо или нет? Так, так у меня будет 130, а так 140. Вот так. Вот так еще. Да, с сундуками, конечно, в какой-то веке проперло. То есть сейчас можно пробовать джойнить скелетов, потом гоблинов, и только потом будем гремлинов. Мало ли гоблины заджойнятся. То есть я полезу... Ну, в принципе, фейки, воздушки, рыбы, ну, плюс троглодиты, гарпии на скелетов. А потом уже гоблинам добавим, чтобы на гоблинов, и, если что, потом еще гремлинов попробуем. Кто-то из этих троих-то должен уже заджойниться, тем более сейчас и денежка будет. И денежка будет уже... Вообще, анархия играется не только на 200%, но в данном конкретном турнире вот такую вот херню напридумывали. Так, пришел наконец-то ход. Давай. Сучара.
Потери просто сумасшедшие. Сумасшедшие, отвратительные. Говна куски, блядь. Ладно, перчатки хороший арт. Но со штрафом бегать здесь неохота. Будем перемещаться, естественно. По дороге будем бить, кого сможем здесь. Леску можно с Марком передать. Да, не думаю, что это, ну, короче, херня это все. Оставить денег на, типа, выкупить существ, ну, присоединить за деньги, либо купить героя, чтобы, может, он прижонился. Лучше оставлять деньги. Как бы они и так могут прижониться. Там не так сильно увеличивает процентовка, по-моему, наличие таких же существ. Ну, хотя нет, там того же, там увеличивается, ну, нахер, короче. Что я хотел сказать? Из интересного. О, дерево, кстати. Кстати, сейчас передаем войско и за деревом в безалочку. И труп проверим. Может, там сапоги? Вот это было бы реально офигительно. Ну, очень приятно бегает у нас парень. 2500, между прочим. Это действительно приятно. Значит, что мы, скорее всего, все везде тут оббегаем, все. Так, ну, ход пришел. Халайт быстро ходит, это меня радует.
Первый джойн и так есть. А, они типа в трежак охраняют проход, сволочи. Куда-то в бок. Так, ты у нас тогда отбираешь вот так, вот так. Наверное, да. Если что, прожгем. У меня по 70, по 140 стенка. Ну да, многовато их. Тут, наверное, даже мне еще 6 рыб бы не спасли бы меня. Так, ну что делаем? Ставим вот тут стенку. Ставим вот тут стенку. Либо где ставим стенку? Либо снизу ставим стенку. Нет, по центру ставим стенку и все, не паримся. Ну и ладно. Даже хорошо, что они так сделали. Оу. А, ну нормально, все в порядке, да. А, нет, они ж не дойдут. Они вот только на вот эту клетку доходят, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, только на эту клетку, но они с этой стороны могут пойти. А тогда нафиг. Возложки дамажу 75. Блин, не хочу фейк тратить. 15. Так. Так. Окей. Так, там гноль. Надо гнолика дать. Семьсот. Лучше бы здесь плюс... Вопрос, куда сюда лучше? Да, вот так, наверное. Отлично. Там еще визарды стоят. Если у нас готов. Пятьдесят восемь гнолей, 40 гоблинов, вот и мясо появилось. По поводу лизардов не знаю, вот. Нагашник.
Нагашник 140. 280. Нагашник пока только маленький, самый минимальный беру. Поэтому, если дадут экспертный огонь сейчас, то будет сколько у меня... И плюс один СП дадут, огонь и СП, то тогда я смогу даже четверку на габанг взять. Тогда у меня все хорошо будет. Ну, опять же, кроме того, что нет руды. Надо чекать мельницы, может быть, в них руда будет. Грайль же выкупил? Да нет. Я даже не знаю, где он еще. Обелиски не попадались. Вон за волками, только первый обелиск есть. Можно будет его чекнуть. Подбирается немножко древесины. И будут проверяться скелеты на наличие, возможно, каких-то артефактов. А пока что Роланд пробивает гноликов, еще и кентавры сморалились. Поэтому без проблем. Ну и армия вместе с Роландом подъезжает к жемчужине. Так, еще одна охрана пробита. Но по песку бегать, конечно, еще то удовольствие. Присоединяет себе воров. Есть ящик Пандоры, конечно. Но самое главное, что он теперь видит, кто хочет к нему присоединиться, кто не хочет, и, по крайней мере, сразу знает, за деньги, не за деньги, стоит туда бежать или не стоит. В общем, дипломатия сейчас в полном разгаре. Можно не особо даже свой замок строить, а собирать потихонечку те или иные нейтральные войска. В общем, ситуация пока идет хорошо. Думает, чтобы построить в данже. Оценивает ситуацию, что там по ресурсам есть, где какие проходы. Ну и можно потихонечку ход передавать далее. Да. Надо несколько воров отделить, чтобы их всех не убили обязательно. Хотелось бы, чтобы всякое нам по щам напихало. Не, как экспертного уровня магия дает. Ну, неплохо. Сейчас пока что только на 3 клетки. Спел надо повышать, да? Хорошо. Кстати, скелетов. Надо посмотреть, сколько этих ребят здесь. Обязательно. У всех первый спелл пауэр. Да ё-моё. Шапка единорога ничего не даст. Там не знание, а спелл пауэр. Достать надо не шапку, а пузо плюс 3 спелл пауэра. Так, ну отход пришел. Так, ну для начала что делаем? Для начала можно... Что даже можно? Для начала надо бежать по... Вот сюда, наверное, сгонять надо. Серу дали. Хреново. Не то, что надо. Армии показывают у меня больше. Там гарпии. Дохода там больше. Золота больше, нифига себе. Сундук, а там инферно у нас.
А, так это может быть же разные зоны? Так, ну кто тут еще стоит у нас, Тунар? А он, наверное, не дойдет до вот этой мельницы, да? Одного мула. Вот гадина какая. Сучара. Не дали. Так, что там, надо волков взять? Тихо, за что надо делать тут? Ты трубы, плач природы, смех сатаны, а все от того, что мы... Экспертный огонь. И знаний дают. Вот же ж гады. Не то, что надо. То есть у меня сколько? У меня сейчас 100, 200, одна стенка, 400, две стенки. Ну, троечку только беру. Только троечку. Вопрос, хочу я идти пробовать. Наверное, надо идти пробовать джойнить волков. То есть, что, можно даже фейки, воздушки, ну да, вот так как-нибудь. Я просто не знаю, надо ли мне пробовать одного волка давать, чтобы больше был шанс. Ну, а колодцы у меня есть где-нибудь? У меня колодцев нету. Вот один вдалеке и все. Просто если я сейчас зайду в замок, то я точно не успею сделать все, как я хочу. А я хотел... 1000 сюда, сюда. А я идиот, и не важно, кто из нас раздает, даже если мне повезет. Можно сделать даже. Ну. В твоей руке будет туз, в твоей будет джокер. Ну я хз. Милая, ляг на снег, слепой художник напишет портрет, воспоет твои формы поэт. И станет звездой актер бродячего цирка. Дым на небе, дым на земле, вместо людей машины, мертвые рыбы в высохшей реке, зловонный зной пустыни. Моя смерть разрубит цепи сна, когда мы будем вместе. Ну, как-нибудь. Да, на гильдии я до сих пор не могу построить. А, гильдию построил я. Я не могу больше. Да, тогда луну можно будет сюда разбить. Если еще. Как-нибудь так, наверное. Два фишата мне не особо нужны. Ну, конечно, 60 хп плюс третий. Чем больше мы сожжем мостов, тем легче выбирать дорогу. Но прежде чем бросаться... Там еще нычка гоблинов. Сундук. Немного, я открываю дверь за дверью и верю в то, что суки правильно иду. Не хотели. Счастье, а может снова попаду в беду, и я не знаю, что будет завтра, но полюбую. Ой, хорош. Как в жах хнули-то. Ой, блин. Как же вы так обос... А, минус 2 морали. Ну, понятно. Теперь понятно как. Как мне сделать? Блин, ну я же еще не сделаю.
Я ж ни стенку не смогу нормально поставить. Хотя не смогу, вот так. Сколько? 9600. Ну, надо идти. Надо идти туда. И пробовать на следующий ход сюда заползать. Блин, какая защита нахрен? Асфальт уже не знаю, надо или нет. Надо было сюда еще сгонять, наверное. Он, наверное, пролетает мимо мейна. Ну, скорее всего, да. Зачем мне манер, когда у меня луна с дипломатией? Надо реализовывать луну. И с дипломатией. Нужна руда, блин. Я бы хоть второй ГМ построил бы. А то 1-2 как-то вообще хреновато. 1-2 вообще хреновато. Так, а что нам показали с обелиском? Где-то в снегах. Где-то в снегах. Кстати, снеговод. Только я не знаю, как к ним попасть. А там болото у нас. Может быть, и можно как-то к ним по бездороге только попасть. Правда, вот тут хреново, что тут у меня тупик оказался. По ресурсам у меня на какую гильдию хватит? На вторую, на третью только. Надо смотреть, что там мумии охраняют сейчас. Так. И... ну, спел, давай. Почти. Вокруг один сплошной обман. Арты насыпали, короче, в скелетах, но не совсем те, что нужно. Нифига, как они. Ча-ча. Печаль. Блин. Не самый лучший знак. Поймать свиток печали. 42 очень много.
неприлично много. Да блин, внутри клетки же здесь есть. Раз. Дерева сильно не хватает, и сейчас я не уверен, что мы сможем все-таки. Ну нет, мы сможем их победить. 42 штуки, конечно, много. Стоит ли оно того? По-моему, нет.
разношерстная. Такое себе. Я вообще боюсь, что даже вот эти волки сейчас будут драться с Джем и поднаваляют там. Как пока без малейшего понятия. Нужны еще какие-то джойны. Просто, ну, это слишком мало. То есть даже сейчас с гоблинами еще 15 на первый день, и тут еще будет 30. Это 40. Даже соточка гоблинов, ну, хорошо, но, блин. Но все равно нет. Все равно не то. Но здесь надо брать золото. Тут уже сюда луна не уйдет. Не придет сюда. Жажда крови нахрен не нужна мне. Просмотр земли уже есть. Да какая... Блин. Какое дерево? Нафиг. Нафиг мне это дерево. Че там? Ну там... Трожак. Или не трожак, хрен знает. Короче, проход куда-то. Через соточку мумий. И тут сразу... Ну, видимо, трожак, да. Тут квестовый топор лежит. Ну, соточку мумии я не сожгу, наверное. Хоть хрен его знает. Хрен его знает. Давайте, лизарды. Восемь за 3000. Я уходил во тьму, в раздор самим собой, и клял свою судьбу, завиду я чувствую. Да хер его знает, надо нам или нет. За 3000. Мне еще маны не хватает на 3 стенки. Соответственно, только на 2 хватает. Соответственно, нагашник я, по сути говоря, только самый минимальный беру. И то хз. Даже двоечку. Не факт, что беру. И хер знает, надо, не надо. У меня 1400 останется. Не знаю, можно сюда попробовать что-то пойти подразведать, но я опять же хрен его знает. Веселые призывы.
так, 200, то есть 2 балла, это просто... Так, то есть вот эти два воскресили, то есть пойдут сначала вот эти два. Вот этот пойдет, этот будет воскрешать, этот пойдет. Так, ну так. Ай-яй-яй, вот сука. Один хп оставили, идиоты. Да на, все хорошо. Да нахрен надо. Ой, как плохо все. Тут пройти можно. Надо было еще стенку тратить. А что я еще зажопил стенку? Зажопил стенку. Мистицизм, стрельба. Мистицизм. 80 ман. Да, зажопил стенку. Так, у меня что? У меня кроме стенки не
много свитки, типа 3 свитка слова, 1 свиток ТП. Не, ну что-то это не слишком равнозначно. Наверное, нужен десяток свиток слоу, чтобы сделать из него 1 ТП. Или, наверное, даже... Скорее, 2 свитка телепорта. Свиток ТП какой-нибудь. Но мысль довольно забавная. Так, ладно. Уборка на кухне не так плоха, когда ты ожидаешь Редди. Ой, я проскакал. Еще бабусики. Так, сначала этим героем пробежимся. Наверное, тупо деньги пособираем. Они сейчас наиболее нужны. Дерутся. В одном стеке. Минус мораль не сработала. Ну-ка, давай-ка тоже. Без моралек. Лол, никто не с минус моралился. Чувствую себя редвейтом. Больно? Ну да ладно. Так, всех не надо теперь. Вот эти вот слабые весьма уже ребята. Ну, остальные могут. Угу. Так, за деньги джойнится, да? А стоит ли? По идее это стоит.
31. Ну, с 31 уже справиться не так сложно.
Нет, это не мой плейлист, это... Я включил плейлист одного из своих друзей. У него схожий вкус, у него куча альтернативы. Ну, иногда периодически я чекал, но что-то не чекал последний хрен пойми сколько времени. Я его сейчас включил, поэтому просто не слежу там, что играет.